Всем привет! Сегодня я расскажу, что у нас входит в комплект расточно-плавочного станка стандартного. Входит у нас каретка продольной подачи с ходом 300, два конуса центровочных, поджимная муфта, адаптер дрель борштанга, борштанга 30 длиной 1,20 м, две главные опоры, двигатель автоподачи, пульт управления, наплавочная штанга с шаровой горелкой переменного диаметра, с длинной горелкой, поворотное устройство для штанги, рукав, который подключается евроразъемом к любому сварочному полуавтомату, сменные пластинки для резца, сам резец и ключ для фиксации пластинок.